Итак, привет, дорогой друг. В данном видео я покажу, как получить root-права на Android 5.0. Для этого нам нужно установить программу KingRoot, которую я закину под описание. Закидывая эту программу в корень памяти телефона или флеш-карту, а потом заходишь в проводник, и вот он, NEV KingRoot, и его надо установить. Итак, друзья, после установки KingRoot открываем его, уходим вниз, нажимаем на кнопку попробовать. Все, процесс пошел. При получении root телефон может перезагрузиться, это нормально. Итак, друзья, телефон ушел на перезагрузку. Он перезагрузился, когда было 30%. Заново запускаем KingRoot. И дальше он самостоятельно начинает работать. Root получен. Все. И, кстати говоря, если вас беспокоят какие-нибудь программы, вы можете здесь еще вот есть пунктик удаления программ. Это можно даже удалить программы, встроенные по умолчанию. Вот тут выбрать и удалить, чтобы они вас могли не беспокоить. Сюда же входит оповещение населения. Все, всего доброго. Кому помогло, подписывайтесь, ставьте лайки и всего доброго.